Товарищи спортсмены, улыбнитесь, мы приехали. Наши манишки Анжелика, Юля, Андрюха, отлично, и Колян. Мужчины, девушки, вы поняли, что нужно делать, да? Сколько сюда, чуть-чуть, покажи. Круто. Формат забега. В каждой паре, в команде необходимо найти. Круто. Отлично, я готова. Отлично. А где мы вообще? Мы в Измайловском парке. Супер. Анжелика, что ты чувствуешь сейчас? Вдохновение. Второй день весны. Любовь чувствуешь к бегу? Очень. Андрюха, скоро лето. Как ты хочешь его провести? Забега. Отлично. Как ты сюда попал? Не знаю. Попутным ветром занесло. Я вообще первый раз здесь. Меня кто-то принес сюда и оставил. Говорит, беги. Я боюсь всего. Ну, побегу. Молодец. Что выбираешь, Мальдивы или деревню? Другое. И раз. Все, сломалось? Да. Долгожданный старт. Меня забыли! Ты не знаешь, где отмечаться? Подожди, тут цифры есть? Есть, 19. Что делать? Что надо делать? Что надо делать? Юля, давай, пробуй, пройдешь хорошо, нет, фиг с ним. Это не считает. Молодец. Ты что там? Круто, круто. Прикинь, на видео. Сейчас ты чуть пройдешь. Давай, давай. Да, да. Ты. Что? У тебя больше. Кидай. Мазила. Мазила. Кидай, следующий. Я буду. Почти. Головой проще.
Уже нажал? Ты тоже колокольчик нажимаешь, да? Куда я приплался? Давай, подтягивайся на веревку. А мы что, пройдем? Есть 10 минут? Брим. У нас сперли карту, поэтому одного отправили опять на старт за новой картой. Стоит только отвернуться. Вот такая вот задачка — переносить забор. Ну, давайте. Там влево, не пропусти. Заскет. Хорошая она. Пишите, попробуй, 12. Вам нравится этот бег? Очень. Очень. Алёха. Да. Да не спеши. Давай. Андрей, помни. Давай. А мы... А нам пофигу на время. Коля, давай. Пизда какая-то. Давай, давай. Но ты меня не догоняй, стой. Поскакали. Молодцы. Коля, отсюда. Давай, пешком пойдем, где мы? Ага. Вон тот заберется. Вот эти диагональные пропускаем. И сразу следующие за ними. Двойка. Нет, там три должно быть. Вот эти три не трогаем. Ориентирование закончилось. Как вам, девчонки, сильно устали? По лесу-то бегай, да? Вот такая карта. Давай, потащили. Хочу и снимаю. Коля, мы... не хочет тащить, я за него тащила. Гробик не тащит трупиком. Да. Ну, ящик с патронами. Вон там где-то. Вон. Ящик тащим. С трупом. А вдруг там. Главное не останавливаться, а то он прилипает к снегу. Да. И все. Вон Андрюха. А-а-а. Беги, Форест, беги! У нас есть классный бегун Андрюха. Он отмечает все точки, где нам не обязательно все вместе быть. И он прям бегает сейчас, чешет по лесу, как заяц, стрекоча, как дал, блин. Мы его только видели, пятки сверкали, дым шел, огонь. Динамовец. Да, а мы спокойненько идем до следующей КПП, до следующей преграды, где надо все вместе уже проходить. Гуляем по парку, наслаждаемся воздухом. Вон у меня какие две красотуленьки, да. Все салатовые, да. Ага. Смотри, что мы нашли. Старое здание. Да, пойдешь туда? Нет. Нет? Делик, пойдешь я туда? Боюсь. Нет, боишься? Какое оно классное. Дверь, да, 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 деревянная дверь. Решетки везде. Ну что это? Какой снеговик? Где глаза? Покажи глаза. Вот. Где? А руки где? Вот рука. Где? Вот. Что это за палки? Это не руки. Вот две руки. Где руки? В кустах растут? Привет, да. А рот где? Нос где? Вот рот. Ну и где тут рот, где глаза? Я вообще не вижу. Вот глаз, смотри. Ну, один. У тебя хорошо видно. Да. Вот он наш, палочка-выручалочка. Андрюха, молодец! Давай, молодец! Пойдем. Юля, сюда иди. Я правильно? Ладно, давай, держись. Не влезешь тогда. Влезу. Там уже все разбито, нормально. Стой, Андрюк, ты не беги. В проем нельзя нести, надо в проем нести. Тихо! Тут тропинка вообще ужасная. Я говорю, Коля, возьми ее. Чуть не потеряли меня. Чего? Вы можете помочь. Ты устала ехать. А носилки покажи. Смотри, у тебя вообще трон. Трон. А вы устали, ребята? Нормально. Мозоли. Мозоли. Слушайте, красавица, а вы не замечаете какая-то странность? У нас четвертый все время куда-то пропадает. Вот был, потом бац, и нет его. Юля, тебе что это? Кто тебе шею сломал? Перекосил тебя что-то? Разминаю. Разминаешь? Там что, будем это таранить кого-то головой? Да, вдруг придет. Препятствия лыжи, походу, дело на сейчас будет. Задача зачекиниться на 10 контрольных точках
на ограниченной территории. Так, иди направо, направо иди, иди. Давайте, разошлись, кто-нибудь на середину идите, говорите, какие цифры видите. Смотрите, какие цифры. Вон, Андрюха, одна. Вот здесь еще. Падай. Нет, это не по-настоящему. Загрузить кисточкой. Стать боком. Кисточкой разогрей. Есть. Не, Юль, давай вместе пойдем. Не спеши. Ты не на соревнованиях. Раз, два, три. Андрюха у нас самый везучий малый. У него два раза карту сперли. Юля, хватит командовать. Вперед. Андрюха, тебе не холодно? Все, теперь все. Все получишь. Помогай. Тяни. Тяни рыбку, да, вытягивай. Смотри, какая. Так. Парень, чеки пожалуйста. Я не могу с тобой стать. Юля, молодец, не спеши, скользко очень, молодец. Отлично. Он тебе даже собачка подбадривает сзади. Смотри, сейчас цапнет. Быстрее, быстрее. Давай, раз, два, три. Отлично. Андрюх, ты сегодня целый день за нас. Все, финиш, финиш. Мы уже почти на месте. Не всех видно, где все. Вот Юля. Вот Андрюха. Вот Анжелика, вот я, вот все. Отмечайся. Медальки, медальки. Юля, медальку. Вот, Анжелика. Андрюх, медалька, где медалька? Спасибо. Молодцы. Все, мы финишировали. Куда ты прячешься? Куда?